Всем, всем привет! С вами Иринка, Иринка из Виноград. Фрукты, фрукты. Как же без фруктов, да? А фрукты вкусные? Вот этот виноград, дамские пальчики, он не особо сладкий. Некоторые, да, сладкие. А некоторые не сладкие. Лето же надо... Фрукты, да, есть, как вы говорите. Жена доктора. Что хотела тебе сказать, что-то тебя не видно. Может, тебя тоже забанило. Не знаю. А насчет твоей болезни я подумаю, выпустить, а нет. Просто айболит. Много разговаривал, вот он и пошел в бан. Ой. Так, уже... Ой. Ходила к эндокринологу. А меня спрашивают, ковид там не болеешь? Я кушала. Говорит, знаешь, ты как будто новая супермодная болячка появилась, COVID-19, я говорю, знаю. Я говорю, не болела, мы с ним договорились. Он говорит, зараза к заразе не пристает. Ну так вот. А разве к заразе не пристает? Говорит, что зарплата у него маленькая. Говорит, повысить надо. Я говорю, ну пенсию пора уже идти. Сколько она там уже? Годов-то сидит. РНЮ, тебе привет. Ну, пока сидела, короче, в очереди эндокринологом. Там рядом кабинет терапевта. К этому терапевту человек 30 стоит. Ну, только месяц проходит, кто на больничном. Он еще врач выходит и говорит, это у меня прием закончился. Говорит, идите к другим терапевтам. Они, короче, как все скачали, как начали орать, надо было снять на камеру. Это вообще, это жесть была. Конечно, так никто же не поступает.
У тебя столько народу сидит, ждет очередь. Ты такая выходишь, говоришь, прием закончился, идите к другому терапевту. Кто так делает? Значит, надо два таких терапевта, чтобы не было такой очереди. Люди с 8 утра стоят. Время что было? Час дня? Они все еще стоят, ждут. А да, вот. А еще 1,5 метра, 2 метра дистанция. Где? Какая там может быть дистанция? Там весь коридор забит в этот кабинет. Очередь ждут. Дурдом. Ладно, короче, всем пока. Иринка наелась, вот еще виноград остался. Иринка же не слон столько съесть. Угу. Все, всем пока.